Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Прокачка. Сегодня мы поговорим о том, правда ли, что протеин приводит к гипотенции. Также, что такое протеин? Протеин – это белковая смесь, порошок, который в составе которого повышено содержание белка, пониженное содержание жиров, пониженное содержание углеводов. То есть, по сути, это отфильтрованное либо молоко, либо там соя, либо смотря с чего делают, либо там мясо какое-то, так, чтобы там оставался чистый белок. Соответственно, белок – это макронутриент, который присутствует в том или ином количестве в любом продукте питания. И влияние на потенцию не оказывает прямого влияния. Понижать либо повышать он ее не способен. Поэтому то, что протеин приводит к импотенции, это все сказки и бред. Бред. Почему такое вот у людей сложилось мнение? Потому что они путают протеин и стероиды. Стероиды – это искусственные мужские половые гормоны. Они при неправильном их применении сильно способны приводить к импотенции. Но протеин здесь ни при чем. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Прокачка. Все, уважаемые подписчики канала Прокачка, сегодня мы поговорим о том, правда ли, что протеин приводит к гипотенции. Также, что такое протеин?